Рассел Кроу. Не Рассел Кроу, как его зовут. Или Рассел Кроу даже. Или там Робин Гуд и так и был с Расселом Кроу. Ну ладно, неважно. Джентльмены — это что? Говорят, хороший фильм, но я до него еще не добрался. А то слухи режет твой егермейстер. Да, егермайстер. Егермайстер, надо запомнить. А, графон, сейчас поправим. Блин, а что-то не посмотрел, да, пол Лего и обилки. Инворкл этот есть. Липпен Смит. Растик сильный. Сины такие себе, да? Ти-ти-ти, надо вот так, наверное, было сделать. Чуйка. Ладно, Клокворк, ты пока идешь. Берем дубликаты. И говорим, Луна, ты кусок говна. Луна, Мирана. А, Луна, не, Луна, Луна. Мирана нет, Луна, да. Я думал, Лига выдающихся джентльменов. Нет, другой. Домашний Сэмчик, вот эта тема. Но это домашнее, то есть это другое. Это совершенно другое. Да, Горич с английским актером делает вещи. Тара-та-та-та-ра-та, тара-та-та-та-ра-та. Прю. А что делать-то будем? Дровку ставим? А нахрена она нам? Два тролля есть. Ну, сейчас все это скупим. Не поскупердяйничаем или что? Или продадимся? Не, наверное, скупим. Потому что я еще, да, с одной дровкой не готов драться. Ладно, Ребзи, мы спать, а то маман уже с нами мозг едет, она не в теме. Окей, сосисочка, доброй ночи. Вам с мамкой. Мя-мя-мя. Клип под стиль твоей вебки. Давай. Что там? Все, выкупаем и думаем о чуде. Ой, сейчас очень громко. Очень громкий трек. Что можем собрать? Можем нежить поставить. Night of. И? Допустим, нежить. Допустим, найты. И что еще может быть сильное? Хантов нету. Вот это отпустить пока. Левелапнуть. Хочется взять худвинг. Боже, а что я... Что-то не поставил. Нек оформляет подписку Prime 6 месяцев. Спасибо, Нек. Я хотел крип включить, раз под стиль вебки. Вот так вот. Мы должны же справиться. Может, отдать пока дазл? 3 голды. Это усиление могут быть, да? Мы пока драться хотим. Здорово, Тёмыч. Ой, Антоха. Ой-ой-ёшеньки-ё-ё. Неужто настало то время? Обилки. Ну вот, Випен Смит. Випен Смит, Грейт Ваут, что еще? Мульти... Секонд Шанс. Может, пришло время поиграть какой-нибудь дрянью? Сейчас нам покажут с предметами, да, диффузы. Какие же больные эти два хусика.
и так не хочется проигрывать. А чем мы можем продать? Вот это, да, шляпа. Вот это. Ну, наверное, вот это отпустим. В пользу Дазла. Боже, неужто это время найтов? Меня к этому жизнь не готовила. У нас нежить не закрывается с 6. Но я не очень-то хочу ее закрывать. Пуч сильнее дровки. Сейчас, наверное, да. Хз. Она будто тебе поет. Одна вселенная. Может быть, почему нет? Патрисия Касс. Для меня. Точнее, Патрисия Касс. Хедшот. Не знаю, зачем это делаю, но... Спасибо, спасибо за Тречанский. Есть у меня какие-то усиления? Я все равно хочу левелапнуть. От обилки играть будем при любом раскладе. Сидят в бабках, может зря левелапнул, может века надо было выйти. Ну и ты теперь должны играть с драконом. С драконом у нас тролли. Ну от обилки опять. Сейчас брань Олегу и Кожана. Я, кстати, тинкер не купил, да, мне вот зашло что. Четыре нежицы. ВР-ка. Три эльфа. Мультикаст хумы. Мне нравится пудж. Хотя это, да, все надо было продать. Троллей там что-то хусиков этих разбирают. Ладно, пока все равно его нет, давайте вот так возьмем. Дракон пока нету, даже думать об этом нечего. Кожанчик, да, троллей мы отдали. Ну, кожанчик это получили. Под найта ничего нету. Под найта ничего нету, а под что есть? А под что есть? Табурены. Не, ну пока мы сильные, посмотрим обилку, подумаем. Чисто сейчас без этого. Без психоза. Посмотреть, какой стол получится. Так, я забыл Неку отписаться, что Нек, спасибо за подписочку 6-й месяц подряд. Это важно, Нек. Лови 6 сердечек. Спасибо за поддержку. Yeah.
Ля, как кожан-то прет. Давайте подумаем, то есть... Что может быть? ВРК просто как сильный юнит, закрыть этих хантов с этим. Пострелять немножко, время пострелять, сины какие-то есть. Продолжу собирать найта, с чем я могу? С лазером? Лазера нету. Тупо от обилки отыграем. Ох, отыграет обилки от этой сраной. Что ты от нее отыграешь? И что ты собрался отыгрывать? Бабки это. Зачем бабки? Вот так вот. Ранний чен. Я же говорю, стал как голубой енот, оранжевый в прошлом. А, понял, все. Бант, что ли, взять? Туру-ту-ту. Он пока так сижу, вообще не понимаю, что делать. Я теперь понимаю. Я во тьмашу Акир? Только какой Акир? Долго я на этом не простою. В ВК я выйду, хорошо. Отбой по найтам. Ну, пока деремся, пока дают. Бан брать или мангуса? Возможно, стоит брать бан. Давайте мне, как всем... Короче, мне нравится вот это, да. Дизмис и какой-нибудь воин, что-нибудь вот прям... Такой, кстати, хантер. Может быть, хантера? О, пойдет. А зачем мне бруда? Бруда мне точно не нужна. Бруда мне точно не нужна. Смотреть надо шмотки теперь. Ну, я бы предложил еще кому-то, ну ладно. А можно стрик продержать еще чуть-чуть? А может разора подбирать? Может, мы все-таки маг? Не так плохо этот маг. Не так плохо маг, второй хум. Может, почему мы на стрике? Дракон. Бог. Блин, ну позволяют сидеть на стрике, сидим. Вторая игра с инстрик, это да, это прям супер странно.
Умов, тройки, четверки банить. Зачем MVP мне банить умов? Зачем мне тройки, четверки? То есть еще непонятно, чем играть. Кстати, здесь у нас фуловый же... А, нет, нету Арквардена, значит, шейкер не очень критичен. Не очень критичен. Мне нужно, да? Ну, кстати, я боюсь, что не дефну, поэтому чен еще поставил. У меня очень слабоватый стол. Не уверен насчет легионки или уверен, что она не нужна. Две голды еще кого отдать могу. Пака. Дазла. Абаддон. Абаддон может выйти. Блин, ну пул под мага, прям юнитов и старт. Я бы, кстати, пару раз ральну. Ну, чисто так. Не справился с управлением, но ладно. Очевидно, что стрик теряем при любом, наверное, раскладе. Слишком жестковато тут. Хотя, не при любом, но в данном случае теряем. Зачем я взял вот этих ребят? Просто потому, что мог? Просто потому, что мог. Пангольеры мне в маге не нужны, значит, пошли вы нафиг. Ну, то есть, здорово, конечно, что вы попытались собраться, но извините, клок аркна. Ну, дракон уже даст в первого раунда и сплэш. Нам нужно больше драконов. Жалко, что стрик потеряли. Я думаю, что могли бы подефаться, если бы я не... Чуть-чуть не это... Тетритоне на двух пристах. Могли бы подефаться. Жалко, что им денег отдали. Так, я хумов-то выставил, да. Пристов не поставил. Боже, все стоят, ждут своего часа, да? Никаких выстрелов не в мою... А, Дум успел повесить, да? Паскудник на Думе. Его еще Чен резнул, да, Эли не подал. О, этот, убей этого Чена. Убей всех, дракон, убей всех. И бабку тоже на кукан. То-то же. Закрой ставку. Ага, понял. Два допытима с 15. А что мы закрываем? Как? Что мы там налутали? Нет?
Вроде как нет. Дракона-маг. Да-да, давай еще дубликатов. Понимаю. А как я игра хочу протащить? У меня же слотов раз-два, то есть... Что с нами не пойдет? Чен? Чена хочу. Вообще, может, дракон не пойти, если не пойдет собираться. Приста, если что, на роли. Ну ладно. Вот этого надо парня убить очень быстро. Пока не начались проблемы. Клокерк, помогай. Ну, Клокерк не даст ему, да, скастить? Хорошо. И ты давай... Боже, чуть-чуть не хватило. Огр лучше клока, не уверен. Сейчас точно нет. Кому ты дашь каст? Дракону? Пока придется убирать, но по ощущениям можем не дефнуть, да? Пака надо брать. Хорошо, второй корабль. Хорошо. Приятно, бабушка. Два разряда Ванус с этим драконом. Хорошо. Не то пальто. А могу ли я сидеть вот в этом? Ну, чисто теоретически могу, но это страшно, да? На пристах, конечно, это надо делать. Жадная енотья жопа. Че, надо в левел аккуратно выйти? Книжки я уже не буду обузить. То есть ты выбираешь либо то, либо сё. Да-да-да, спрятался дракон от Тедвалины. Молодец. Сейчас очень много будем хп разменивать. Если чен в 2 выйдет, то надо брать. Насколько бафнет нас ЦМ-ка? Примерно на 0. А от кунки пока нет смысла, да, избавляться. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И кто с нами не пойдет, главный вопрос. Кто самое слабое звено? Вообще у нас сейчас весь стол слабое звено. Да, вот тут бы пристиков иметь. Сейчас одним мипарик прыгнет и ГГ. Тебя убили, да? Из него веник вылез. Ау! 18, да. Пристики были норм. А сейчас нечему кастовать части магу. То есть дэмэджа нет. Let it go.
А проедет ли у меня как-то бабка? Вообще, наверное, нет. Как же хорош этот дракон. Как же хорош Чен. Как же хороша Лина, просто красотка. Хускар, конечно, тоже хорош, ну ладно. Я думаю, что мы изи выйдем в девятый. Можно это до прихода котла отдать Кунке. То есть все отдать Кунке, почему нет? Лон-друид удален из пула. В каком левеле собрали тетрилоника? В восьмом? Ой, как это больно будет, когда это ко мне зайдет. Мипочена Акир. И десятый левел на хумах. Не знаю, сколько дэмэджа. Ну ладно. Не успевал посчитать. Минус присты. Плюс получается 6 маг. Хватит ли этого? Лина и Баш. Лина и Баш. 79, 75. Здесь можно было левел выкрутить, на Чена поставить. Зарядка, это, конечно, здорово. Наверное, нам дракончика надо прилад. Подумаем сейчас, брать ли зарядку. Так, вы точно возвращаетесь? Я бы чуть поролил до котла, например. Ошибка, ну ладно. Дракон, это твое. Главное, престов поставили. Котла надо было поставить и убрать Кунку. Ой, зарядку еще взять. Нужна ли она мне? 5 дракона тут не будет. Это надо возвращать. Вот это может дать квапе.
Вот это сюда. Что я не решил, да, что с этим делать? В левел надо выходить. Чем мне не нужен дальше? Так, яблочко заработали, но это не спасение. Две голды, разор, то три. И ноль котлов пока что. Это точно Т2 собираем. Шестимаг под этим. Нужна ли мне еще зарядка? Я думаю, что драконы эти мессы не так важны. Это три дракона круто бы было, конечно, найти. Но... И так пока норм. Нужно левел выкрутить. Прям в срочном порядке. Пытаться починиться, решить, кто с нами пойдет, а кто нет. О! Интересные предметы. Почти что дракону мы нашли хорошие предметы. Ну ты паскудник, не хочешь ничего брать. 21, охренеть. Вопрос ЦМ-ки, нужна ли она мне. После крипов левелапнем. А какие фигурки со мной пойдут? Три дракона, шестимаген, то есть слабо. Пойдет ли вообще, имеет ли смысл этот дракон? Разор я точно хочу оставлять. Что из этого пойдет? Вообще не уверен, что хочу дракона. Что-то я так сижу, думаю. Хотя предметы на него божественные. Вариант с мультикастом мне нравится. Монополии не будет, да. Мультикаст под яблочко, левелап. И поехали. Седьмого этого, конечно, зря поставил, но вариантов не было. Держи, держи, держи. Есть мультикаст, есть вот этот. Драконов 3 не будет. От туренов мы, наверное, отказываемся. Разора можно в 3 попробовать собрать. А, 9 магов, но это только в 10-м, но это нереально.
Минус Огр. Орков пока оставляем, но у нас три орка. Не знаю, что из этого еще поставим, но не будет это ни это, ни этого, никак, ни вот этого. У нас еще там, да, есть Элдер Титан, которого мы не знаем, как применить. Зарядочка. Это корона, которая что дает? Ничего. Коронов? Кому-то я давал корон линии, типа. Солты 2, дракон, ты 2, бла-бла-бла. Акир Сварлока. Разор, конечно, брать надо, но... Ну, как-то так. Сражайтесь, как львы. Ну, не за раз. Лочим Разора. Мне, в принципе, нечего искать. Из денег не прилетает. Ну, да. Дуда? А зачем мне дуда? Молнии, что-то это. Ну просто разор. Разор что 3, 2 оф. Да, наверное. Почему нет? Кто-то лучше него есть? Нету. А нужен ли мне этот дракон сраный сейчас? Боже, а нахрена мне этот сраный дракон с двумя говномагами? Почти манта. Он топ ДПС же. Понимаю, но есть нюансы. Тайдух у меня забанен. Ну, тайдух проблема, да? Проблема. Ой, как больно. Мультикост, Тангус, мультикост. Не было мультикаста, жаль. Эльф со мной подрался. Вот это странно. А вот сейчас дракон что-то не топ ДПС. Вот в чем проблема. Что-то дракон больше не торт. Топ ДПС он, потому что у него предметы сильнейшие. Салют, что за эпик замеса? Так, давайте думаем. Раз, два слот, три слот. Четыре, пять. Такое себе. Все не пролезет. Еще криты, еще арканы. Арканы надо брать.
blade with the light. Guess we better. Yep. There are none who cannot be mimicked. Знак котел, на тебе, что ли, заряжайся. Инвокер бы найти. Папа, кстати, неплохой юнит. На вот это я вряд ли поставлю. А, я уже вряд ли что-то вообще поставлю. Просто Войд не почувствует вот это вот. Ну ладно, хоть топ-2, конечно, не так обидно. Просто Войд, вот этот вот говновойд не почувствовал мой стол. Нет, драконов надо было. Я не придумал, как избавиться от драконов, то есть что вместо драконов поставить. У меня был забанен Тайдхантер, поэтому я не нашел его. У меня не было Энигм. Просто ноль.